Отлично выглядит физически. Как вам сегодня матч против такого непростого соперника? Да, давно не играли. Веселый матч. Трибуны веселые, полные. Нас поддерживали. Непростой матч, но мы выиграли. Самое главное, 2 очка заработали. А что же все-таки случилось в концовке, по вашему мнению? Потому что вроде бы уверенно вели по счету. Должны были спокойнее доводить до победы встречу. Это хоккей. Такие моменты, нюансы бывают. Иногда идет в свою пользу, иногда нет. Вот в конце гол пошел в нашу пользу, поэтому хоккейные боги нас наградили. Насколько после паузы чувствуется вот это, скажем так, не то что нервозность, но, скажем так, сбитый ритм, потому что много матчей было через день, и такая пауза недельная. Насколько сильно повлияла? Ну, на несколько ребят видно было, чуть потеряли темп, но я сам был на льду, поэтому катался на уральской классике и у Кетова на прощальном матче, поэтому поддерживал физическую форму, поэтому был готов, повезло. Что можно сказать сегодня, например, в блокированных бросках Василевского, потому что он много на себя принимал? Да, он уже начал вообще вратарские сейвы делать, но он не один. У нас и молодежь, и Алла Лыкин, и все там пластались, блокировали чуть ли не зубами, поэтому вот эта и победа заслуживается такими моментами. Лыкин сейчас подсказывает, что сказал, что ни одной шайбы не заблокировал, однако вы ему приписали. Ну ничего, в следующей игре заблокируем. Авансом. Авансом.